А, они уже успели его убить! Бассейна! Сука. Ага. И здравствуйте, с вами Стокар Джексон, продолжаем ходить растения против зомби. Грузится, да? Вот, пожалуйста. Сейчас будем ходить. Пляж. Пляж. У нас будет пляж. Ну, то есть не пляж, как бассейн, я хотел сказать. Да, бассейн. Третья. Зона. Да. Так, как нас сказал? Бре, да. Да-на-на-на-на-на-на. Это мы уже видели, да. Да, зомби, который умеет плавать. Возьмем тогда все вот это вот многообразие. Пожалуй, я сделаю... А, точно, я вот так вот сделаю. Зачем нам заморачиваться? В принципе. Вот зачем? Вот нафига нам заморачиваться? Просто возьмем бомбу и будем взрывать ею. Правда? Я думаю, да? Еще, кстати, можно обезвредить бомбу. Но зачем? Если лучше взрывать их. Вот и пошли зомби на воздушном. Воздушном? Я не то сказал. Как правильно-то? На надувных кругах. Да-да-да-да. Вот какие хитрые-то. Мы делаем так, хоп. Пожалуйста. О, кабачок! Ух ты, achievements. Don't peer in the... Я не знаю, что это значит. Complete в дневное время. Бассейн, левел... Без использования короче, я не знаю, возможно, что-то там интересное, да. Вот в чем главное, некоторые фразы с ачивками не переводят на русский язык, а тут вот у вас на растении кабачок. Расплющивает зомби. Очень коротко и ясно. О, чувак с газетой. Он с начального уровня. О, думаю, сейчас тогда все устроим. Вот так вот, хоп. Ладно, да. А сделаем тогда все по-бырому. Ух ты! Открытые мини-игры? Ух ты, ух ты, ух ты! Ну это мы когда пройдем это самое... Что зависло-то? Алло! Мы когда пройдем всю игру, мы тогда придем на мини-игры, там все такое, что там будет. Все сейчас нам недоступно.
Ну чего, поняли. Какие же они, сука, медленные. Извините, вырвалось. Блин, а что это я так делаю? Блин, или так... Ладно. А все-таки сделал, чтобы побыстрее все было. Вот так вот, хоп. Вот так вот, сейчас мы его убьем легко. Зачем тогда их наставил, вы спросите, ну? Кстати, а мы можем спасти этого, если вот зад этим вовремя его выкопаем, он не прыгнет. А вот не успели. Ладно. Вот сейчас... Не, когда он уже прыгнул, уже нельзя его. О-о-о-о! Ну он побыстрее идет, так что подождем его. Его очень просто расплющить этим кабачком. Сейчас же пойдут эти, но их легко раздавят, как кабачки. Видали? Пожалуйста, трех стрел. Ну, сейчас понаставим всех трех стрелов и все, и зашибись будет. Главное не забыть, что надо кувшинки оставить еще. Так, три стрел. Стреляю дрожными в трех направлениях. О, ныряльщик, его бы. А еще я кабачки буду ставить тогда специально для этого самого умного зомби. Который не ялищик, я его знаю. Не, пожалуйста, пожалуй, я вот так вот сделаю.
вот на этой стороне. Он его должен раздавить по логике. Да! Он его раздавил! А, они уже успели его убить! Вот так повезло. И опять успели убить его. Так. Ой, как все нормально. Угу. Все. О-о-о! Это же этот водоросль, да. Водное растение, которое затягивает зомби под воду. Как раз таки для этих вот ныряльщиков, но... О, кстати, чудо. Эй, хочешь купить дополнительное место? Ага. Вот за 5 тысяч за то смогла собирать по 8 диван другое место с этими. Что сказать? Давай. Отлично. Тогда делаем очень просто. По страховке у меня вот эти вот водоросли будут туда стоять. Что полностью за... Все. Никто не пройдет. У нас все поле засеяно растениями. Прыгнул, но не выжил. Да, то есть они по бокам тоже могут прострелить их. И волны. Но поглотит водоросль. Поглотила уже. Успел. О, вот и ныряльщик.
вторая волна. Ну, его сразу поглощают. Ой-ой-ой. А, нет, успели его. О, успели быстро убить его. Вот так вот этого сожрали. Ой, успели расстрелять на ящика, прикольно. Тут рандом на самом деле. Ой, злится, хочет уже без башки расфигачить кулаком, но нифига у него не получится. Какие-то монеты-то. А, поглотила. И его тоже поглотила. Все, последняя третья волна. Их поглощаю. Долго тебя ждать. О, ключ. Ключ от машины Дэйва. Теперь можете навещать лавку в зону Дэйва. Хорошо. О, это же ключи от моей машины. Знаешь, что это значит? Магазинчик в зону Дэйва снова открыт. Но у меня еще мало денег, чтобы что-то для него покупать, так что... Загадай, может подвергнуть что-нибудь для себя. Зомбификация странная штука. Иногда они получаются очень маленькими. Очень маленькими, очень злыми. Беги ноги. Уйди, эти пучи какие маленькие, так бы их задушить. Чтобы они не лезли к тебе и все. Но тут у нас бонус уровень. Ставить. Маленькие, такие маленькие, убить бы их с удовольствием. Бомба. Ай, как назло, бомбы дают. Надо так делаем так. Сейчас будет большая волна. Thank you.
Точно, мне нужна вот эта вот для бассейна штука. На всякий случай, вот для таких вот уровней. Ой, надо было сюда поставить, ну да ладно. И бу-бум! Все, последняя волна. Блин, зачем? Блин. О! Взрывная ачивка. Перец! Самое для меня, как правильно сказать, халапеньо. Не знаю, зачем мне его так назвали. Уничтожает всех зомби на линии. Точнее, почему? Ну, камера-то... Как правильно сказать? О, для этих. Вы понимаете? Я могу просто взять и поставить исключительно этого халапеньо. Или как там? Короче, как перец просто буду называть и все. То есть просто тупо взять и поставить и все. И вот где зомби идут? Выжигает полностью уже линию. Пожалуйста. Его тоже можно обезвредить. Блин, не успел. Так вот. О, поехали, поехали. Так, 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 так и так. Потом еще так, так и так. А не туда положил, ладно. Блин, опять не туда положил, но ничего, поправимо все. Сейчас. Финальная волна. Сейчас посмотрим, что у нас получится. О, колючки. Они прокалывают шины этим каткам. Да, и ранит наступавших на них зомби. Наступивших. Ну. Далее. Ну, мы бьем. Знаете, что тогда? Возьму тогда перец, буду кидать на шете. Ну, сейчас просто посмотрите. Сейчас я положу. Попробую положить шипы сюда.
колючки можно зажать только на твердой почве. Ну, все понятно, да? Мы делаем так. Что так вот, хоп, хоп. Если вы курсора не видите, значит, так надо. Все, я готов. Не, чуваки, извините, это настолько медленно, что я не могу. Я не то выкопал, конечно, но... колючки будут для катков. То есть я не буду сжигать кого-то, когда кто-то будет на катке. Исключение только вот чуваки, которые в бассейне. Видишь, это катки, что... Причем, что я поставил просто так, эти колючки. Неужели? Нет, он едет. Thank you.
О! Этот самый дерево с костром. Или факел. Пролетевшие сквозь него горошины превращаются в уменьшение. А если в замороженные горошины, то обычно они будут. О, зомби на дельфине. Так, тут, думаю, нет смысла, так что бьем так. Да. Стоп, меню. Рестарт. Сейчас я посмотрю. Тут еще нужно купить этот самый магазин. О, веркаса есть, так что куплю. И все. Значит, все-таки я возьму так вот. Это на всякий случай. Так вот возьмем и все. Да. Значит, что получается? Мы берем вот так вот. Защищаем эти. Что я делал-то? Гадина. Огромный стена орех. Так, высокий стена орех, стена орех высотой, а высокой прочности, через который нельзя перепрыгнуть. Да. Да, не этим нельзя перепрыгнуть. А вот шипы как раз останут для этого чувака.
Не, знаете что, нафиг. Нафиг, 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 нафиг. Так вот сделаем просто. Что так вот сделал еще на всякий случай? Если слишком будут пробираться сюда, значит тогда буду ставить сюда перцы. Блин! Знаете что, короче, я, наверное, да, да, вот таких вот тупых зомби. Ладно. Они умнее, которые ходят просто пешком. Эти, хотя бы с кругом спасательным. Ох ты, какие умненькие-то. Вот, для этого придурка мы используем. Пока. Блин, не удержался. А, он внизу, ага, хорошо. Ага. Thank you.
О, записка, значит скоро будем заканчивать. Последний бонус уровень. То есть не последний, а просто. Привет, мы слышим, что у тебя вечеринка у бассейна. Круто, скоро будем сюда твои зомби. Вот те какие. Вот так вот. Четыре раз. Чтоб еще раз тут прыгнуть, да я тебя убью нас. Блин, вот специально. Отхренте. О, отстрелили башку, зашибись. Бога меня подкинул эту штуку. Так, убили. Ой-ой. Пошел ты на! Ой-о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 й
Это гад.
Ах твой рот, чё? Ну чё, мы купили бесплатное водное растение. Да. Брызгун, водное растение, да, как я уже сказал, стреляющее с порами на короткой дистанции. Ну, в принципе, на сегодня всё. Но, знаешь, меня раньше называли Туманоид. Потому что я прятался в тумане, а потом выскакивал с криками на людей. Эх, было время. Ладно, чуваки, пока. На сегодня у нас все. Да, псих с бомбой. В принципе, они все психи, раз хотят сожрать мои мозги. Но пока.